рыбки. Арбуза. Мне нужно зеленый чай купить. Но я только наверху у девчонок беру, там хороший чай. Потом поднимемся тогда. Ну да, посмотрим. Это вьетнамский центр в Москве. Да. Продукты из Вьетнама сюда привозят. Мне нравится зубная паста. Видишь, какие ананасы хорошие? Да, кстати, очень такие. Видишь, какие ананасы спелые. Но они совершенно другие. Да, они настоящие. Слушай, а паста у них сейчас почем подорожала, да, паста, наверное? Ну, а все подорожало. Посмотрим, да. А, ну спросим, давай. Там у них и шампунь есть, конечно, да? Ананас спелый. А что, сейчас самолеты у нас разве с ними есть? Как они привозят все это? Наверное, на самолете, на самокате. На частном? Ой, давно здесь не была. 100 лет. Да, Серёбчик? Да. Вот он шампунь, сейчас я посмотрю шампунь. Здрасте. А почем этот шампунь? 800. 800 уже? 800. 800 миллилитров. Есть, но тогда домываемся. Да. Раньше он стоил, по-моему, 400 с чем-то, да? 450. А, начинали с 250, а сейчас 800. Да, зубная паста. Зубная паста где-то. Нет, не такую мы брали, мы другую брали. Ну, она, в принципе, один и тот же. Это какие-то, я не знаю, надо читать отбеливающие, наверное. А? Ириша, а вот этот видел, наверное, это шоколадки. А, нет. Звучного привезли, писали, сколько. Угу. Вот да, прикольно. Какие-то все. Орешки. Мягенькие. Но не дешево, конечно. Да. Это орехи по 600 рублей. Всякие такие палочки. Вот эти, помнишь, мы пробовали? А, да, вот этот орех. Он очень дорогой. Да. Сейчас, наверное, я даже не знаю, сколько он стоит. Там в холодильнике напитки стоят. А тут что? А, сушеные сухофрукты. Манго. Папайя. Тут тоже экзотика. Фрукты. Клубника, тут мед, но это уже наш, это уже наш мед. Кстати, сегодня немного народу, мало очень даже. Искусственные цветы я не очень люблю, но да, но они сделаны красиво. А вот смотри, какие нежные белые, дочка. Да. Как издалека, как настоящие смотрятся, да, на самом деле хорошо сделали. Да, сделали. Так, хорошо. А паста, паста. Смотри, какие люди хорошие, да? Угу. Цвет приятный. Угу. А тут что они в холодильнике? Майонез? Это их майонез? Кетчуп? А что? Почему он так выглядит? В таких каких-то этих... Бутылочка, а сверху еще пакет. Я такой что-то первый раз вижу. Там внутри бутылка, а сверху еще в пакете за... Рисовые палочки. Токбокки. Токбокки. Рисовые палочки. А что с ними делать? Смотрите, имбирь в каких количествах. Тут, наверное, по 1,5 килограмма.
Так-с. А здесь у них шампунь, зайди сразу. А я не знаю, сколько, сейчас я спрошу. Здрасте. Нам надо... А вот эта паста. 550 уже стало, ого. Раньше она дешевле стоила. А шампунь? А, тут только так осталось 350. А где ты говоришь шампунь, мам? Я что-то не вижу. Нет его. Тут только маленький вот такой остался по 350. А большого такого нету, да? Такой шампунь хороший. Он в том магазине точно должен быть. Слышишь? В соседнем магазине. Сакура. Да, пошли на выход тогда. Готовить стол. А? О, да, это настоящий крокодил, кстати. Тут сумки стоят бешеных денег. Все натуральная кожа. Но я туда уже дальше не пойду. Где? А, вот еще черный есть. Вот там продавец сидит. Все вьетнамцы. Что еще? Угу. Ну, тут есть и из тканей сумки, и есть кожаные, и очень дорогие. Когда этот магазин только открылся, мы были, мягко сказать, в шоке от цен. Это все в этом вьетнамском центре. Жемчуг. Хотите жемчуг? 1500. 1800. Всякие браслеты. Кстати, красиво. Да, вот эти цены. Маленькая сумка из крокодила стоит 32 790. Потом 34. Маленькие кошельки по 12. 17 тысяч. 58 тысяч, пай побольше. 58 это коричневая вот там. 58 черная. Ну я против этого. Да конечно. Ну, для этого, ну кому это нужно? Ни крокодилу, ни нам. Мне очень жалко тоже их. 58 маленькая. Тут и ремни из крокодилов, но я... Ну это... Жалко, жалко. Я считаю, что сумка должна быть из эко-кожи. А кошелек вот 12 тысяч маленькие кошельки. Это все как крокодиле кожа. Вот нужно что? Кожзам. Лучше всего. Не в ущерб никому. Ну, поехали. Ой, ладно, да. Пойдем на выход.